Камбулат Гайсанов перелистал сотни страниц истории, прошел всю Великую Отечественную войну, увидел радость победы и становления родной республики. Проголосовать для дедушки – дело чести, ведь наш народ всегда принимал участие в судьбе государства. Вот и сегодня на повозке в праздничной Черкесске он едет сделать свой выбор. Сейчас у меня двоюродной брат умер. У меня я, как старший из Гайсановых, должен был там на похороне присутствовать. Поскольку, значит, это я считаю важным для ингушского народа, я считал это, значит, важно, поэтому я отложил это дело, пришел сюда. Мы, конечно, Диван, каждый должен выбирать по-своему, Диван. Но я уже выбор сделал, Диван, и поставил точку на одном. Здесь рядом на участке Камбулат Гайсанов также проголосовал за благоустройство территории в Назрани по проекту «Комфортная городская среда». Много сегодня избирателей, которые голосуют впервые. Хаби Цичуевой сегодня исполнилось 18. Девушка немного волнуется, но уже определилась выбором. Поздравляю вас с днем рождения. Спасибо вам большое. Это мои первые выборы. Это очень волнительно для меня и приятно, что мне такое внимание оказали. Я думаю, что для каждого человека, вернее, для каждого гражданина Российской Федерации, это очень большая честь пройти и проголосовать. Говоря об избирательных участках, здесь свой выбор успели сделать более 500 человек. Общественные наблюдатели, необходимые условия. На участке все как должно быть. Хорошее посещение сегодня избирателями, потому что по сравнению с предыдущими уже мы видим сдвиги большие. И чувствуется, что для людей это очень важный вопрос выбора президента России. Мы решили, что это наш долг за стабильность, за спокойствие проголосовать. Мы всей семьей, с мамой, с братьями, со всеми решили прийти, отдать наш долг, проголосовать. Да. А уже на 82-м избирательном участке царит настоящая праздничная атмосфера. Все ждут свадебный кортеж. Здесь уже успели проголосовать две невесты, третья на подходе. Невеста Дзетовых Милана Джандигова голосует впервые. Она заранее подавала заявление в этот избирательный участок. Мэр Назрани поздравил молодоженов со свадьбой. Ну а далее веселье продолжило зажигательной лезгинькой, ведь выборы действительно праздник. Сегодня у нас, конечно же, праздник, самый большой, и выборы, и свадьба, брат женится. Для нас это большое счастье. Мы относимся к Назрани, поэтому пришли сюда голосовать. Невеста тоже проголосовала. И все те, кто были с нами с паспортами, тоже проголосовали. Сегодня здесь еще ожидают несколько свадебных кортежей. Лина Цичуева, Асхаб Белакиев, Новости 24.